Всем привет! Это у нас Angry Neighbor 2.5, злой сосед. Смотрите, это у нас стандартное начало игры. Чтобы нам убрать эти вещи и начать игру, нам нужно взять ключ. Ну, стандартное действие. Открыть дверь, зайти, и здесь все пропадет. Но смотрите, я вам сейчас покажу некий прикол. Он очень логичен, но я его никогда не делал. Сейчас попадем в дом другим способом и без ключа пройдем игру. Смотрите. Вещи еще не пропали. Ну-ка, сейчас интересно, пропадут они, если я просто кину коробку. Нет, надо самому зайти. Все, видите, вещи пропали. А ключ на месте лежит. И давайте пройдем игру. Это у нас получается такой баг. Что? А, давай. Что игру можно пройти, не взяв черный ключ. Так, ждем соседа. На всякий случай стул приготовим. Если что, будем бросать. Хотя зачем я его жду? Мне же все равно на второй этаж идти. Ладно, стул мешается. Смотрите, ключ находится по центру. Видите, у нас центральные рисунки. Где-то вот здесь. Все, взял. Так. Ну еще бы игра прошлась, конечно. Да, все, игра проходится. Сейчас вам докажу. Ключ лежит здесь. Теперь он висит здесь. Ну-ка. Расстреливаем ключ. Вот так. Это получается баг. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, ищите новые баги, пишите их в обсуждениях в группе ВКонтакте. С вами был Топси, всем пока!